Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии смартфон от компании LG K7. Давайте откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Собственно, сам смартфон. Различная документация. USB-шнур. Гарнитура. Адаптер питания. И аккумулятор. Главной особенностью аппаратов K-серии стали функции, которые ранее можно было встретить только в аппаратах премиум-класса. LG K7 выполнен в соответствии с новым дизайном компании и оснащен 2,5D стеклом, края которого изогнуты по всему периметру. LG K7 – это Android-смартфон с 5-дюймовым дисплеем и очень приятным пластиковым корпусом с матовым покрытием. Смартфон поставляется в черном, белом и золотистом цветах. Боковые рамки выкрашены под металл. Как всегда у компании LG, кнопки расположились на задней панели. Кнопки питания и громкости расположены прямо под основной камерой, а не на боку смартфона, как это обычно бывает. За производительность смартфона отвечает система на кристалле MediaTek MT6580M. Чип состоит из 4 ядер и может работать с максимальной частотой 1,3 ГГц. В качестве графического чипа используется Mali 400 MP2. В работе устройство демонстрирует хорошее быстродействие. Мощности установленного железа хватает для обеспечения шустрой работы интерфейса и запускаемых приложений. В смартфоне установлен 5-дюймовый дисплей с разрешением 854 на 480 точек. И для 5-дюймового экрана это довольно скромный показатель. Но при этих условиях снижается нагрузка на графический чип. Тип матрицы TFT с применением технологии OnCell Touch. Углы обзора экрана в этой модели достаточно неплохи. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ. Встроенной памяти всего 8. Но под крышкой находится слот, в который можно поместить карту памяти объемом до 32 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 8 мегапикселей, а фронтальная 5. Данные камеры оснащены разнообразными дополнениями от компании LG, включая снимок по жесту, снимок с интервалом, вспышка экраном для фронтальных селфи. Емкость аккумулятора составляет 2125 мАч. Давайте разберем элементы управления поподробнее. На нижнем торце имеется USB-порт, а также микрофон. На верхнем торце 3,5 мм выход под гарнитуру. Основные элементы управления блокировка и клавиши регулировки громкости находятся на задней крышке под основной камерой. LG K7 работает на базе операционной системы Android 5.1 Lollipop. Из плюсов стоит отметить очень приятный дизайн и удобная форма корпуса, а также довольно неплохая передняя камера на фоне других бюджетных устройств. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши официальные страницы. Ставьте лайки и, конечно же, обходитесь без лишних трат. До новых встреч!